Can you please replace the microphones of the... Non, elle m'écoute pas.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Добрый день, дорогие друзья. Хочу поприветствовать всех на сессии по вопросам прав человека, гендерным вопросам и делам молодежи. Ну, сначала набросаю общие контуры нашей работы, а в связи с чем хочу передать слово Анате, нашему члену из МКГ. Приветствую всех, уважаемые коллеги, на основной сессии по вопросам прав человека, гендерным вопросам и делам молодежи. Я расскажу вам основные принципы нашей работы. Значит, у нас есть с вами ораторы, они будут выступать в порядке справа налево. Каждому дается регламент 3 минуты, а затем слово передается в зал. И вот это кресло принадлежит вам. У нас будет переносной микрофон. Мы будем обращаться к вам с вопросами и комментариями по теме. Еще раз повторюсь. Вопросы гендера, прав человека и молодежи как связующее звено или как непосредственный элемент вопросов политического управления. Я надеюсь, что все вы готовы выступить в качестве ораторов. Надеюсь, что наши прения будут очень интересными и оживленными. Спасибо, Маната. Вы знаете, что форум давно и жестко критикуют за отсутствие конкретных результатов работы. И особенно в этой области проблема стоит очень остро. Но форум, что называется, не сидит сложа руки, и в вопросе гендерном, а также вопрос молодежи, нам есть что предложить и чем себя защитить. Три основных вопроса. Первое. Как тема прав человека, гендера и молодежи пересекаются с вопросами управления интернетом? Второе. Что было сделано в ходе тематических межсекторальных прений? Какую пользу мы можем извлечь для вопросов политического характера? Третье. Чего нам обязательно не хватает в ходе наших прений? Что нужно сформулировать, распространять и утверждать в качестве непосредственно политических рекомендаций? Меня зовут Меда Макшери. Я занимаюсь пиаром для группы высокого уровня по сотрудничеству, по цифровому сотрудничеству, которое было создано под эгидой Генсека ООН. Мы формируем рекомендации, касающиеся киберпространства. У нас есть основные три направления деятельности. Первое – это ценности и принципы цифрового сотрудничества. Здесь, по сути говоря, речь идет о мультистейкхолдеризме. Второе – это приоритеты в области прав человека. Я здесь выступаю как, конечно, эксперт, но роль моя в основном слушать, потому что мы совместно создаем эти рекомендации за счет взаимодействия со стейкхолдерами. И мы особенно внимательно относимся к недопредставленным группам и хотим включить их точки зрения в наши процессы обсуждения. Какие выводы мы пока промежуточно сделали? Конечно, нужно говорить о правах человека, но одновременно нужно говорить о человеке как агенте. И в данном случае речь идет вот о чем. Доступ – это, конечно, хорошо, но нужно понимать, каким образом будет этот доступ и какие последствия будет он иметь. Затем очень важно также уходить от избыточно технического восприятия таких проблем. И третье – это, конечно, необходимость функционирования аналоговой структуры защиты прав человека, чтобы эта аналоговая структура выдержала цифровую нагрузку. У нас есть определенная стратегия привлечения наиболее недопредставленных групп,
и включение голосов женщин и молодежи, чтобы их мнения были учтены. Спасибо большое. По-моему, вы затронули самые острые вопросы мультистейкхолдеризма в целом. Я теперь хочу передать Джону Кару, исследователь вопросов преступлений против детей. Если вы не были на предыдущей сессии, которая проходила в этом самом зале, я представляю международную неправительственную организацию со штаб-квартирой в Бангкоке, в Таиланде. У нас есть подразделения в более 120 странах мира, на каждом из континентов мы представлены. И название наше является аббревиатурой нашего основного призыва положить конец детской порнографии, преступлениям в отношении детей и детской проституции. И можете себе представить, что мы сталкиваемся с самыми ужасными проявлениями вреда по отношению к детям, как в реальном мире, так и онлайн. И мы занимаемся обеспечением безопасности детей, стабильности их среды обитания. И очень часто многие делают такую ошибку, воспринимая интернет лишь как источник угроз и вреда. На самом деле интернет открывает технологии в целом, открывают огромный спектр возможностей, в частности и детям, особенно тем, которые относятся к наиболее уязвимым слоям общества. Например, доступ к информации об их правах, а знание о своих правах – это единственный способ защиты своих прав. Так что мы глубоко осознаем тот положительный вклад, который интернет делает в жизни детей во всем мире. И в нашей работе есть Конвенция по правам ребенка. Это наш краеугольный камень наших усилий. Это одна из самых быстро утвержденных и наиболее широко поддержанных конвенций в истории ООН. Там сказано четко, что ребенок имеет неотъемлемое право на доступ к информации из любого источника, на самовыражение любым способом, любыми средствами. И мы воспринимаем эти права детей как принципиально важные, не подчиненные, не отличающиеся, но важнейшие. Но они каким-то образом имеют значение лишь в том случае, если дети могут пользоваться этими правами, а это возможно лишь в безопасной среде. Именно по этой причине мы обращаем особое внимание на область защиты детей. Мы стремимся всеми силами и средствами исправить дисбаланс. Да, можно, невозможно. То есть, по идее, конечно, можно ребенка защитить от всех возможных угроз, лишь заперев ребенка в комнате, не выпуская его. Наша задача, конечно, достичь определенного баланса между реалистичным подходом и все-таки созданием безопасной среды. И здесь, конечно, немалую роль играет и вопрос управления интернетом. Вы понимаете наверняка из описания нашей организации, что некоторые наши члены работают в очень сложных условиях, в опасных уголках мира. Но не о них речь. Хочется поговорить и о европейских организациях-членах. И каждая копеечка, каждый цент, каждый фунт стерлингов отдается общественностью. И когда эти деньги организация получает, это означает, что общественность хочет поддержать эти организации в их защите детей. И некоторые организации работают только, ну, практически только с детьми беженцами из Сирии, из Ближнего Востока, из тех, кто, с теми, кто бежал от вооруженных конфликтов.
Вы знаете, что те, кому удалось избежать гибели в конфликтных зонах, зонах конфликтов, оказываются зачастую в лагерях беженцев, и там проживают в ужасающих условиях. И иногда возникает мысль о том, что если, то есть то есть вдруг общественности кажется, что детские организации не должны отбирать деньги у детей вот таким образом и направлять какого-нибудь Джона или Майка на международные конференции по вопросам гендерного равенства или управления интернетом. И получается, что таким образом, если у организации нет денег, то она не в состоянии оплатить ни путешествия, ни проживание. Это мне хорошо, я живу в Соединенном Королевстве, мне до Парижа доехать всего ничего. Но таким образом получается, что наша проблематика замалчивается в таких мероприятиях. Детские организации во Франции, Германии, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах просто не обладают необходимыми инструментами и ресурсами, которые позволили бы им участвовать в таких международных форумах по управлению интернетом. И получается, что именно благодаря этому, или, скажем, в связи с этим, огромных по этим причинам, никаких непосредственных или, скажем так, ощутимых результатов это не принесло. Вот есть, например, такое мероприятие Net Mundial, это 2014 год. Если вы давно принимаете участие в форуме, то вы знаете, что наше состояние проходит раз в год. А в 2014 году в Бразилии, в Сан-Паулу, прошел внеочередной раунд. И мы, к сожалению, не смогли принять в нем участие, потому что мы были стеснены в средствах. И заявление по результатам этого заседания было просто блестящим. Оно было очень выверенным, тонким, правильным. Но в этом заявлении не хватало одного важного слова. Слово «ребенок» или слово «молодежь», «дети». Нигде в этом итоговом заявлении вопрос детей не прозвучал, потому что организаций, представляющих права детей в зале, просто не было или было недостаточно много. Это не значит, что люди, принимавшие участие в Нет-Мундиале, это плохие люди, не любят детей. Дело не в этом. Это означает лишь, что у каждого из нас есть своя повестка дня, своя компания, свой начальник, свои цели, инструкции. И эти функции они выполняют. Но никого не было для того, чтобы представить права детей. И именно поэтому они их совершенно забыли. И в данном случае речь идет не о конкуренции между различными недопредставленными группами, а о том, что дети просто выпали вообще как проблематика. Вот Джерри что говорил? Необходимо, чтобы за интересы каждого кто-то выступил, и чтобы интересы каждой группы были защищены. Да, здесь важно донести до детей, что наличие доступа к интернету никак не ставит под угрозу их дальнейшее развитие, что в данном случае речь идет об инструменте, о ресурсе, о среде. А как вы считаете, спасибо вам большое, что вы представили нам информацию о том, чего с вашей точки зрения не хватает в проблематике управления интернетом. Добрый день, дамы и господа. Хочу поблагодарить вас всех за внимание. Я с большим удовольствием принимаю участие в этой сессии по вопросам
молодежи. Я педагог. И хочу сказать, что межсекторальный подход – это академический термин. Что он означает? Это значит, что мы не закрываем глаза на сложности, не боимся многосоставности, пытаемся осознать ее и за счет этого двигаться дальше. Простота – это инструмент тупого большинства. А наш инструмент – это осознание сложности. Да, безусловно, для школ, университетов и детских садов продается или пропихивается технологии, интернет-технологии. Но предполагается, что у детей уже есть какой-то уровень критического мышления, и что они способны распознать, как правильно себя вести. И многие считают, что ребенок сам разберется, что важно, что не важно, как правильно расставить приоритеты, достаточно просто дать ему гаджет в руки. Из всеобщей декларации следует принцип всеобщего образования. И это связано с 11-й статьей, а именно доступ к знаниям и культуре. А теперь культура и знания больше всего размещены именно онлайн и генерируются в режиме реального времени. И это все логично и перетекает в права детей в интернет-среде, которые тоже должны иметь свою форму. Мы не можем разорвать эту связь между реальным миром и миром виртуальным и рассматривать их нужно в их совокупности. Этот форум, такой же, как и свидание программа информации для всех или международную или ЮНЕСКО, например, касается вопросов информации, поэтому методология анализа тех слов, которые мы используем, например, анализ дискурса с точки зрения гендерных вопросов, возрастных категорий, поиск ключевых слов, учет интересов каждой возрастной группы. Все это вопросы, которые нам обязательно нужно учитывать. Я хочу закончить свой комментарий, чтобы не выйти за регламент 3 минуты. Хочу сказать следующее. Сам форум и секретариат его последние 10 лет трудится, не покладая рук. Используя технологии, обеспечивает максимально широкое участие. Я знаю, что интернет давно и подробно критикуется за то, что за различные слабости, но я знаю, что информации лучше больше, чем меньше. Нам много что нужно сделать для расширения участия, но я могу вам сказать, что это единственная ООНовская платформа, которая активно использует технологии для расширения возможностей участия за пределами физического места, где это заседание проводится. И сколько бы лет человеку не было, 3, 13, 23 или 93, он все равно нуждается в признании его прав и прав на доступ к информации в частности. Спасибо большое за этот посыл и выступление в пользу инклюзивности. Теперь передаю слово Минди. Расскажите, пожалуйста, как ваша проблематика связана с управлением интернетом? Что достигнуто, что еще предстоит сделать? Спасибо большое. Я представляю коалицию по защите принципов и ценностей в интернете в рамках форума. Это открытая сеть отдельных организаций, которые борются за то, чтобы права человека и принципы защиты прав человека были применимы и в интернет-пространстве. Наш главный документ – это Хартия прав человека и принципов для интернета, опубликованная в 2011 году, переведенная на сегодняшний день на 10 языков, если я не ошибаюсь.
включая мой родной язык, португальский. Замечательно, что вопрос прав человека, молодежи и гендерного равенства теперь заявлены в качестве темы для основной, одной из основных секций. Последние 10 лет мы уже этот вопрос муссируем. Гендерное равенство, права молодежи и детей напрямую соотносятся с той работой, которую мы ведем, что логично выводит меня на пример Евы, девочки, которую я хорошо знаю. Она ни читать, ни писать не умеет, а считать умеет лишь до 10. Не вполне понимает, как отличить хорошее от плохого. И если сказать ей, что она человек, то она не признает в себе человека, потому что она считает себя большой девочкой, а не человеком. И 3 года она пользуется интернетом для того, чтобы послушать любимую детскую песенку или посмотреть мультик про свинку Пеппи. Она его очень любит. Вот в какой среде она живет, понимаете? Вот это дети, которые родились и растут в цифровой среде. И в данном случае воспитание характера человека должно идти рука об руку с обучением его технологическим навыкам. Это для меня очень важно. Вот что мне хотелось бы до всех вас донести. И, конечно, важно, чтобы у этих детей была возможность полноценно, в полном объеме пользоваться правами доступа к информации в интернет-среде. И необходимо защищать детей от необоснованной или профессионально собираемой информации, объемов информации, или от целевой таргетированной рекламы. Вот есть у нас такая статья номер 12 «Права детей в интернете». И там зафиксировано право получать пользу от интернета без угрозы эксплуатации или травли, или харассмента в отношении детей в лучших интересах самого ребенка. Так что я считаю, что все эти вопросы важны, нужны. И я надеюсь, что пока Ева будет расти и становиться прекрасным молодым человеком, девушкой, мы сможем обеспечить гендерное равенство в результате реализации хартии. И когда Ева уже будет молодой женщиной, она сможет полноценно жить в своей среде, выполняя статью вторую, а именно право на отсутствие дискриминации в использовании и управлении интернетом. В частности, пункт под пункт С – гендерное равенство. Спасибо. Minda, that was a really strong thread of messages towards the protection of child and youth. Большое спасибо, Минда. Да, вы затронули вновь очень важные вопросы, связанные с защитой прав детей в интернете. Конечно же, эти вопросы также прорабатываются и форумом. Идем дальше. Лилиана и Вивиана и Ольга у нас остались. Спасибо. Мое выступление будет касаться в основном того, как обеспечить доступ всех женщин к интернету. И на этот вопрос ответить не могу. У меня, скорее, больше вопросов здесь, чем ответов. То есть, как сделать так, чтобы женщины имели доступ к интернету, чтобы они были вовлечены в соответствующие политические дискуссии? Надо сказать, что когда я готовилась к этой сессии, знаю, что были идеи, собственно, пригласить сюда женщин с различных континентов, из Африки в первую очередь. И было на самом деле очень странно, потому что мы не смогли, собственно, найти тех, кто мог здесь об этом рассказать. То есть мало женщин, которые могут, собственно, иметь знания, которые позволяют им принимать участие в такой дискуссии. Так что это однозначно один из вопросов, который нам предстоит решить. Далее. Было такое движение под названием Вики Loves Women, то есть Вики любит женщин. И
Мы... И здесь, конечно, важно будет сделать все возможное, чтобы интернет приносил настоящую пользу. А управление интернетом, обсуждение этих вопросов должно помогать тем женщинам, которые уже занимаются этой работой, но не только, а также привлекать тех женщин, которые хотели бы, но пока не имеют этой возможности. И таким образом будет и безопасность, и безопасность, и широта включения в этот процесс. Вивиана, знаю, что вы как раз имели возможность принять участие в одной из таких платформ, скажем так, которые существуют в интернете для обсуждения этих вопросов. К сожалению, таких платформ мало, но, тем не менее, хотели бы выслушать ваш рассказ о вашем опыте, насколько вам пригодилась эта платформа, насколько она полезна с точки зрения вовлечения женщин в процесс разработки политики и обсуждения соответствующих вопросов. Большое спасибо за возможность выступить, спасибо за вопрос. Когда меня пригласили выступать на этой конференции, действительно меня попросили рассказать о моем опыте, участие в крупных мероприятиях, международных мероприятиях, которые проводились в Канаде, в США по вопросам гендерного равенства в интернете. Так что с радостью этой возможностью воспользуюсь. У нас есть саммит в американском континенте, аналогичный, собственно, вот тому мероприятию, в котором мы сегодня с вами участвуем. И один из вопросов, который прорабатывается на этом саммите, это то, каким образом вовлечь женщин в разработку политики, касающейся интернета, а также и в другие виды работ, например, в исследовательскую работу и так далее. И я знаю, что сейчас повсеместно идут дебаты в Канаде, в США, в Европе, в Бразилии касательно тех проблем, с которыми сталкиваются женщины, которые им мешают, и которые им мешают принимать участие в этих процессах. Опыт действительно в этом плане был очень положительным. Саммит действительно были очень плодотворные обсуждения по поводу того, как вовлекать женщин, девушек в эти процессы. С 2015 года мы, кроме того, создали обсерваторию. Вот она работает, собственно, уже 3 года. И она наблюдает за тем, как участвует молодежь в дебатах по вопросам управления интернетом. И мы работаем с молодежью, рассказываем молодежи об ее правах в интернете. Обсуждаем такие проблемы, как свобода слова, ненавистническая риторика в интернете и не только. И также мы увидели, что у многих молодых людей, вот в Бразилии так в частности было, даже нет представления на самом деле о том, насколько важен для них интернет. И вот мы хотели показать им, что интернет значительно расширяет их потенциал, их возможности, что благодаря интернету они могут фактически осуществить свои мечты. Кроме того, в Южной Америке мы также проводили форум, посвященный глобальному интернету и вопросам управления интернетом. Есть у нас немало других проектов, направленных на расширение участия женщин, молодежи. То есть у нас есть проекты, специально заточенные под потребности молодежи и женщин. И надо сказать, что потребности разнятся по странам, от континента к континенту. И поэтому важно выбрать, собственно, оптимальный способ взаимодействия с этими группами,
абсолютно четко учесть их потребности и оценить положение, в котором они находятся, чтобы затем им предложить действительно то, что им необходимо. Большое спасибо. У нас будет возможность потом задать вопросы нашим экспертам. Ну а пока я передаю слово Ниди Гояль, активисту, который занимается вопросами защиты прав молодых женщин, женщин-инвалидов в Индии. Большое спасибо за возможность выступить в рамках этой экспертной сессии. Очень интересная конференция. Различные проблемы здесь уже затрагивались, обсуждались, звучала определенная озабоченность, которую я полностью разделяю. Конечно же, интернет-управление — это не только инфраструктура, это и правовые вопросы, социальные, экономические, культурные, различные аспекты, которые должны рассматриваться вкупе с физической интернет-инфраструктурой. И вот сегодня, к тому же, мы с вами обсуждаем права человека в интернете, права молодежи, женщин, лиц с ограниченными возможностями. И действительно, некоторые группы населения особенно уязвимы, и прежде всего это молодежь, женщины, инвалиды. И если... Действительно, есть немало инструментов по защите прав. Вот, например, детей. Есть конвенция, международная конвенция по защите прав детей, есть международная конвенция по защите прав лиц с ограниченными возможностями, и есть конвенция, посвященная правам женщин. Но наша задача теперь сделать так, чтобы все это было увязано как бы в единое целое и подключить к этому и интернет-принципы. То есть не дискриминация, открытость, доступ, возможность для доступа и так далее. Все это часть единого целого. Есть также инструменты, касающиеся доступа инвалидов к правосудию, к информации. Есть статья в конвенции касательно того, что инвалиды должны иметь возможность являться полноправными членами общества, вносить вклад в развитие общества и так далее. Но, к сожалению, нет. Не было упоминания о лицах с ограниченными возможностями в целях развития тысячелетия, но в ЦУР упоминания о них есть, что отрадно. К тому же концепт устойчивого развития, собственно, включает в себя понятие всеобщности этих целей, цели устойчивого развития, того, что никто не должен остаться за бортом. Но тут еще есть один важный аспект. Важно помнить о том, что женщины с ограниченными возможностями и молодежь с ограниченными возможностями в странах Юга сталкиваются с еще большим количеством проблем, чем в развитых странах. Доступ к информации ограничен. Студенты могут использовать только самые какие-то базовые, самое базовое оборудование или устройство, из-за чего затрудняется доступ к интернету и другим технологиям. Физический доступ, с этим тоже не лады. Есть проблемы с доступом к здравоохранению, к правосудию. Есть пробелы в системе социальной защиты. В результате женщины и молодежь с ограниченными возможностями не имеют, собственно, шансов принимать деятельное участие в социально-экономическом развитии общества. Так что здесь очень важно сделать так, чтобы эти группы действительно получили необходимую автономность, чтобы у них был доступ ко всему этому, чтобы они были автономными, независимыми гражданами. Чтобы у молодых женщин была возможность, например, открыто выражать свое мнение, потому что мы знаем, что в некоторых сообществах у них нет такой возможности. А интернет как раз та технология, которая поможет им в этом плане. Это то пространство, где они смогут высказаться.
Потому что в любом случае у каждого человека есть свое мнение, и очень важно каждому человеку дать возможность его высказать. Кроме того, есть также определенная опасность того, что определенная опасность связана с тем, что женщины и дети инвалиды, они воспринимаются как не совсем полноценные граждане, не совсем полноценные участники нашего общества. С этим тоже нужно бороться. Ну и, конечно же, нужно обеспечивать права всех этих групп в интернете, вот те права, собственно, всеобщие права человека. Чтобы и эти группы населения также были защищены в интернете. Так что есть у нас уже инструменты, есть принципы. Но нам нужно теперь это все применить. Применять эти инструменты на деле, на практике, чтобы была соответствующая политика. У нас есть законы. Например, в Индии был недавно принят закон по созданию доступной среды для инвалидов к 2019 году. Но работа еще даже не началась на строительство соответствующей инфраструктуры. В странах проходит цифровизация полным ходом во многих, но наблюдается очень серьезный разрыв между, цифровой разрыв между различными группами общества. Так что, да, мы много говорим о принципах, нормах, общих стандартах для интернета. Но если эти принципы не будут претворены в жизнь на практике, если они не станут нормой, никакого прогресса не будет. Так что только так мы сможем, во-первых, обеспечить взаимосвязь между различными аспектами тех проблем, которые мы обсуждаем, но также вовлечь самые уязвимые группы в работу по решению этих проблем. Большое спасибо. Ну, у нас теперь, на самом деле, достаточно подробно обрисовалась картина того, как дело обстоит на данный момент в отношении прав, защиты прав человека, гендерного равенства, возможностей молодежи в интернете. И следующий наш оратор – это Ольга Ковали. Она уже давно занимается правозащитной деятельностью. Вы разрабатывали программы расширения потенциала, расширения прав и возможностей уязвимых групп в Латинской Америке. И во многом вы также являетесь примером для многих девушек, женщин, прежде всего в вашем регионе. Хотели бы узнать вашу точку зрения на те проблемы, которые мы обсуждаем. Большое спасибо за такое любезное представление. Спасибо за возможность выступить. На самом деле, Нидия уже рассказала достаточно полно то, что я хотела вам сказать. Но добавлю, что в Латинской Америке мы создали школу. Собственно, которая как раз, где преподаются многие из предметы, которые связаны с тематикой нашей конференции. Была у нас очень интересная публикация. Так что мы работаем очень интенсивно. Но в том, что касается воздействия интернета на наше общество, да, конечно, есть какие-то негативные влияния или последствия, но в общем и целом для меня интернет — это позитив. Это положительное явление, которое нам очень помогает сегодня. Что стало возможным благодаря интернету? Во-первых, то, что те, у кого не было возможности заявить о своей позиции, теперь такую возможность имеют. Мы можем услышать голоса всех граждан. Революции совершаются сегодня посредством интернета. И молодые поколения сейчас спрашивают у своих родителей, вот он, мои дети мне такие вопросы задают. А как же вы были раньше без интернета? Как вы общались? Как вы переписывались? Ну, как-то общались и переписывались. Но, конечно же, интернет значительно расширил возможности для общения. Возможности для получения информации, образования. Также. Я согласна, конечно, что не у всех есть доступ к этим возможностям. Здесь есть еще определенные трудности. Но есть у нас дистанционные программы. Есть у нас возможность задействовать молодежь. Мы многого достигли, хотя много еще предстоит сделать.
при этом. Мы вот беспрестанно обсуждаем вопросы включения женщин, участия женщин. Но вот тут как раз прогресса мало. И пора бы уже перейти от слов к делу. И на самом деле мы в свое время использовали именно это как девиз, и сейчас вот этот девиз повторяет вновь и вновь, что, в общем-то, отрадно. Отрадно, что есть понимание того, что пора заканчивать болтовню и переходить к делу, потому что пока мы только говорим, а результатов нет. Уже пора бы им и быть. Может быть, квоты какие-то внедрить. То есть какие-то должны быть позитивные подвижки, а их нет пока. Больше дискуссий. Хотя, конечно же, это тоже способствует привлечению внимания к этому вопросу, что само по себе неплохо. Проблема, собственно, есть понимание проблемы, есть понимание того, что с ней надо бороться. Но мы в Аргентине создали школу по управлению интернетом, вопросам управления интернетом. И кто там учился? Ну, студенты 16-17 лет, юноши, девушки. То есть с молодежью мы работаем. Но зато я не могу сказать, что проблема доступа пожилых людей к интернет-технологиям обсуждается сейчас достаточно. А ведь пожилые люди совсем не умеют пользоваться этими технологиями. И здесь проблема тоже есть, проблема большая. Большое спасибо, Ольга. Еще у нас одно выступление осталось. Добрый день. Я представляю молодежную инициативу, которая направлена на расширение участия представителей местных сообществ. У нас есть сайт, где вы можете найти более подробную информацию о нашей ассоциации. И я знаю, что многие наблюдают, принимают участие в нашей конференции из удаленного доступа, так что я сейчас обращаюсь к ним. Если у вас есть вопросы, комментарии, не стесняйтесь передавать их нам, с тем, чтобы мы могли бы их учесть также в наших дебатах. Большое спасибо. Можем ли мы выслушать сейчас вопросы или комментарии? Давайте сначала возьмем вопросы из зала. Может, вам сюда пересесть? Большое спасибо. Добро пожаловать. Добрый день всем. Луиза Кочес Грего. Я из Бразилии, и я принимаю участие в этой конференции в рамках той же программы, что и Vivian. И у меня вопрос к Мариен. Что бы вы могли предложить касательно изменения структуры форума, чтобы поощрять участие молодежи? И вопрос к Ольге. Можно ли дать молодым людям возможность принимать участие в экспертных сессиях в качестве молодых экспертов? И к Джону вопрос. Какой, на ваш взгляд, ключевой принцип, который нужно соблюсти, чтобы более активно молодежь вовлекать в процесс разработки политики на отношении интернета? Большое спасибо за вопросы, Мариан. Спасибо за вопросы. Так скажу. Мы проводим несколько мероприятий. Стараемся сделать так, чтобы состав был сбалансирован в плане участия мужчин и женщин. Но не всегда это легко сделать, потому что мы обращаемся к организациям
с просьбой прислать специалиста, но мы не знаем, кого они пришлют. Хотя можем дать рекомендацию. Вот такую историю расскажу. Мы с ИКАН вместе проводили экспертные сессии по участию женщин и нарочно приглашали мужчин. У нас была именно группа экспертов-мужчин, которая высказывалась по этому вопросу, потому что именно эти мужчины являются руководителями этих организаций. Так вот, мы попросили их прислать мужчин, а они взяли и прислали женщин, потому что решили, что эта сессия будет по гендеру. Так что вопрос очень и очень непростой. Когда мы создавали нашу школу по интернет-управлению, мы проследили за тем, чтобы преподаватели были наполовину мужчины, наполовину женщины. У нас очень жесткие правила в этом отношении. Но вот в отношении таких экспертных сессий не все просто. Нас за это критикуют, но просто хочу сказать, что очень трудно обеспечить полностью гендерно сбалансированный состав. Спасибо, Мариан. Да, вопрос прекрасный. На самом деле, таким образом выстроен этот зал, где проходит наша конференция, как бы задает тон, собственно, тому, как все это проходит. Мы с вами сидим в очень большом официальном зале, и он не располагает, скажем так, к неформальному, скажем, общению или к приглашению детей, молодежи. Может быть, нам стоит предусмотреть в рамках форума, скажем так, сессии более приземленные, может быть, попроще быть в чем-то, чтобы вовлекать вот эти группы. И таким образом привлекать детей, молодежь, женщин также. То есть нам нужно формат другой найти, может быть, менее жесткий формат, чтобы мы не заседали вот в этом очень официальном зале, чтобы мы могли микрофон переносить по залу, петь, танцевать, в конце концов. Так что тот зал, где мы с вами сейчас заседаем, он не предназначен для молодежи. У нас совсем не тот дизайн, не молодежный у него дизайн. Так что нам необходимо архитектуру всего этого поменять, формат поменять. Модальности, может быть, поменять того, как все это проходит. Провести какие-то дополнительные, может быть, мероприятия в рамках форума, помимо главных сессий. И к тому же необходимы соответствующие финансовые ресурсы, чтобы все это организовать. То, что непозволительные затраты здесь будут очень большими. Так что давайте найдем ресурсы и организуем все это таким образом. И кроме того, мы ведь вовсе не собираемся здесь для того, чтобы подготовить следующее поколение дипломатов. Мы здесь обсуждаем насущие проблемы, актуальные также для детей, для молодежи. И почему бы нам действительно не пригласить молодежь и детей, чтобы они тоже приняли участие во всем этом и по-своему рассказали о том, что их тревожит. Я думаю, что это было бы очень полезным опытом. Надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Ну, Жанна, вам последний вопрос. Какой бы вы принцип включили, если бы вы там были? Ну, во-первых, привести детей в зал и сказать, попросить их рассказать, что они думают об интернете. Ну, знаете, это не есть участие детей. Это шаблонный очень подход. К сожалению, именно так зачастую делается. Но никакой пользы от этого нет. Организаторы конференции могут сказать зато, ну да, здесь были дети, мы их выслушали. Самые настоящие дети, маленькие. И очень интересно и смешно обо всем рассказывали, своим детским языком. Но это, знаете ли, очень шаблонный, формальный подход, и он дискредитирует вообще всю идею. У меня есть немало друзей взрослых, которые тоже толком мне не смогли бы разъяснить те концепты, которые мы с вами здесь обсуждаем. Здесь что главное? Как сформулирован вопрос? Насколько искренно участник отвечает на эти вопросы, излагает свою точку зрения. Важно дать детям действительно возможность ее высказать. Вот что важно. Единственный форум, на котором я не был, это первый форум в Афинах. Это я прихожу к ответу на вопрос. Во всех остальных участвовал. А тогда я не поехал, потому что денег у нас не было. И вы знаете, не могу сказать, что были какие-то значительные подвижки в области управления интернетом с 2006 года. Единственное, что, если возьмем компанию Google или Microsoft,
Facebook, Snapchat и другие интернет-компании, они за то, поменяли то, как они ведут бизнес, поменяли свою бизнес-модель, и это значительно изменило интернет. Но никаких кардинальных изменений в том, как мы управляем интернетом, в том, как, например, молодежь работает или использует интернет, не было. И вообще форум — это прекрасное мероприятие, мне оно очень нравится. Это место, где мы встречаемся, обсуждаем эти проблемы, связанные с интернет-политикой. Так что мероприятие — это весьма полезное. И что бы я сказала, нам нужно приглашать компании, чтобы они нам излагали свою точку зрения по поводу управления интернетом и что они делают, чтобы защитить пользователей интернетом и пользователей их сервисами. У нас теперь есть в Европе регламент по защите личных данных, об этом очень можно много всего сказать. Но что здесь выдающееся в этом регламенте, в этом законе? Это то, что закон требует от каждой компании, которая предоставляет определенную услугу, проводить оценку рисков, связанных с этой услугой. Скажем, если ребенок играет в какую-то интернет-игру, да, или молодой человек возраста до 18 лет, эта компания должна понять, каковы будут последствия или риски, связанные с использованием этой игры для ребенка. Многие компании этого раньше не делали, а теперь они это должны делать, и вот это очень важный принцип, потому что если вы интернет-компания, вы должны абсолютно четко задуматься о том, кто ваши пользователи и какое воздействие ваши услуги имеют на этого пользователя, на всех пользователей. Ну, вот идея в этом, хотя, может быть, я не очень дипломатично выразился. Большое спасибо. Джерри Эллис еще хотел выступить. Пожалуйста. Thank you, Jerry. Hello. Hi. Jerry Ellis here. Если не против, я буду выступать сидя. Я представляю динамическую коалицию по обеспечению доступа для людей с ограниченными возможностями. Но сейчас хочу выступить в личном качестве, а не как представитель. В принципе, у меня много из языка уже сняли, но я хотела бы немножко изменить нашу оптику. Я сам слепой, и поэтому для меня вопросы ограничения возможностей — вопросы не праздные. Вот мы празднуем столетний юбилей с момента окончания Первой мировой войны. И в конце Первой мировой войны были заложены первые основы будущего ООН здесь, в Париже. Первый конгресс Лиги наций здесь прошел. Только значительно позже штаб-квартира переехала в Женеву. И здесь были заложены основы Всемирной декларации прав человека. А как относились к инвалидности? Вот ВОЗ воспринимал инвалидов как людей больных, людей сломанных, которые нужно просто починить. И в основном смотрели на нас именно через призму такого медицинского восприятия. В начале 80-х годов прошел год инвалидности, и тогда мы стали по-другому мыслить, осознавать, что люди — это одно, а их инвалидность — это другое. Вот я, например, слепой, но это меня не определяет. Это определяет лишь мое взаимодействие с окружающей средой. И в рамках Конвенции ООН по правам людей с ограниченными возможностями, принятой в 2006 году, с 50 статьями, между прочим, все это выразилось в таком уже непосредственном результате нашего труда. Все, что воспринимается как инвалидность, на самом деле лишь последствия каких-то медицинских проблем. А ограничение возможностей – это проблема окружающей среды, которая не дает нам в полной мере или полноценно жить в тех условиях, которые нас судьба поставила. Что я хотела сказать? Есть определенные решения. Получается, к сожалению, что люди с ограниченными возможностями
как бы страдают вдвойне. Дело в том, что они не только не могли, например, многие сюда приехать, но не могли даже использовать тот интернет-интерфейс, который у нас существует. Потому что, например, слепой человек не мог принять участие в наших семинарах. Почему? Потому что он не владеет визуальной технологией передачи информации по очевидным причинам. И, например, образование, которое передается, или знание, которое передается с помощью школьной доски или бумаги, тоже может быть недоступным кому-то с определенными ограничениями. То есть даже с точки зрения образования мы все равно находимся в уязвимом положении, несмотря на все технологические достижения. Поэтому, знаете, почему? Потому что университеты, например, должны функционировать на индивидуальной основе, не всех мести под одну, чесать под одну гребенку, чтобы подача информации была адресована конкретному слушателю, а не какому-то абстрактному объекту. Вот смотрите, здесь идут субтитры. И вы можете вполне следить, например, читать эти субтитры. И таких мероприятий параллельных идет несколько. И я знаю, например, что эти субтитры используются, и, например, взята информация, запись за последние 12 лет, и эти субтитры анализируются с точки зрения небольших данных. И мы смотрим, сколько раз упоминалось или инвалидность, или гендерный вопрос, и так далее, и так далее. Насколько часто и чаще ли мы стали обращаться к этой проблематике? Прошу прощения, что прерываю вас. Мне кажется, пришло время передать слово Катарине. Или если она не готова, то шаффл тогда. Вопрос из интернета. Айлин, Португалия. Она представляет цифровое сообщество на местах. Вот это, регулирование, общее регулирование по защите использования данными, кому оно применимо? Катарин, может быть, или Шауль готовы прокомментировать? Вопрос от Вутаги, Кения. Вопрос всем участникам экспертной группы. Что вы считаете необходимо сделать для улучшения доступа зрелого поколения к интернету? Может ли, например, нарушение прав человека по доступу к информации быть за счет того, что люди не в состоянии использовать интернет полноценно, например, в связи с возрастом? Различные поколения существуют на рынке, имеется в виду технологии, поколения технологий. Вот то, что вы знаете сейчас, вы сможете использовать в возрасте 80 лет, а для детей это будет казаться уже просто технологией динозавров. Поэтому доступность, открытость, все это должно существовать на рынке до последнего, чтобы апгрейды не отбрасывали более старшее поколение на обочину, чтобы они могли пользоваться теми же технологиями, к которым они привыкли. Вот, например, кнопочные телефоны, пусть они работают. Пожалуйста, еще из зала вопросы. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Будьте любезны, кому необходимо перевод. Меня зовут Ривер, я из Гватемалы.
В моем возрасте, знаете, обычно люди при зрелом начинают рассказывать всякие истории. И вот я вам тоже расскажу такую историю передовой практики в Центральной Америке. Кооператив в Коста-Рике несколько лет назад запустил очень успешный проект по подготовке девочек и молодых женщин к работе в интернете и с ИКТ. При поддержке Гугла мы привлекли целый ряд центральноамериканских организаций, которые занимались свободой слова и вопросами молодежи, и сформировали такой орган, такой коллектив, ТИКАС он называется. Это голос молодых девочек и женщин Латинской Америки. А рассказать я хотела о том, что значила наша работа для женщин и девочек-представителей коренных народов Гватемалы. Я согласна со многим, что вы говорите, но хочу поделиться конкретным примером из жизни этих молодых девочек. Не только в связи с технологией, но и в связи с перспективами развития. Первые 100 девочек, получивших дипломы в области ИКТ, как раз были выходцами из сельских районов и принадлежали к коренным народам. И вместе с девочками из Гондураса и Сальвадора, наших соседствующих стран, мы под эгидой ЮНЕСКО готовили их по направлению ИКТ, по направлению борьбы с расизмом, борьбы со всеми видами дискриминации. И затем эта программа была распространена и на другие страны нашего региона. Это был очень успешный опыт. Но есть определенная сложность. Вот девочки закончили, получили дипломы и должны теперь вернуться в свои эти сельские районы, где они жили, и вернуться, что называется, на кухню или на поле. А я надеюсь, что мы заложили какое-то зерно надежды в их сердца, и мы также с надеждой смотрим в будущее, чтобы, может быть, большее количество девочек могли принять участие в этот проект. Я с большим оптимизмом смотрю в будущее, учитывая все успехи, которые были достигнуты нашим форумом в Латинской Америке и во всех странах, которые здесь работают. Я надеюсь, что у этих девочек и у многих других будет более светлое будущее. Большое спасибо. А, пожалуйста, вам слово для комментария. Я хотела поделиться с вами соображениями относительно тех вопросов, которые уже прозвучали, относительно молодежи, инклюзивности детей, представителей различных гендерной ориентации и старшего поколения и того, что вы называете всеобъемлющим доступом. Вообще говоря, разработать это очень легко. У нас есть вот такое, то, что мы называем user-friendly, да, такой читабельный формат. Потому что таким образом такая простота в дизайне позволяет обеспечить доступ людям с любыми ограничениями и с любыми возрастными, из любых возрастных категорий. Когда мы говорим о детях и о других категориях, мы должны понимать, что как и в случае с инвалидностью, речь идет не о единообразной массе. Здесь есть определенные характеристики и географические, и идеологические, и интеллектуальные. Точно так же, как и ни одна инвалидность не похожа на другую. И использование интернета для образования, для социального взаимодействия людей с определенными ограничениями заставляет нас задуматься о том, что есть проблемы, например, с использованием конкретных модусов взаимодействия, чтобы оно было наиболее эффективным. То есть каждому подходит свое. Так, а теперь давайте поговорим о гендере. Ведь это же не просто термин, это целый спектр состояний.
Кто-то имеет очень четкое определение своего гендера, а у кого-то оно до сих пор не устоялось, он еще не выбрал. И он не должен быть подвергнут остракизму в традиционных общинах и сообществах. И огромное количество исследовательских материалов говорят о том, что интернет помогает интегрироваться, и одновременно в интернете же и распространяются эти исследовательские материалы. То есть мы вновь возвращаемся к самому главному девизу. Если не будет нас, то вообще ничего не будет. Так что мы создаем такое пространство для формирования политики, для того, чтобы привлечь к разработке решений тех самых людей, на которых эти решения потом будут влиять. Хинатакина. Я как раз один из модераторов с переносным микрофоном. Хочу, чтобы, давайте, уважаемые коллеги, посадить вас или пригласить вас на лобное место, вот на это кресло на сцене. Это ваше место. Нас ожидает очень интересное выступление от координатора динамичной коалиции по делам МОСРК. И все, кто также, всем, кто записался, не отчаивайтесь, я обязательно вас выхвачу из толпы и обязательно предоставлю вам слово. Я сам из страны, относящейся к группе МОСРК. И здесь нужно проводить правильные границы, разграничения. Вопрос не только в гендере, или в молодежи, или в инвалидности, или в принадлежности к старшему возрасту. А есть проблемы, касающиеся целых стран, таких как МОСРК, например, группа МОСРК. Как решать их проблемы? Как приводить их на такие платформы, как это? Как доносить их точку зрения? Как сделать так, что послужит усилителем их голосов, чтобы вы могли их услышать? Вот эти удаленные регионы, сельские районы, островные государства – это отдельные категории, которые ничуть не более, но и не менее значимы, чем все остальные. А я хотела по поводу последнего выступления позволить себе. Вот гендерная инклюзивность или привлечение молодежи. Вот есть, например, проекты ДНС женщины. Это позволяет женщинам получить трудоустройство в области ДНС. Теперь по молодежи. Вот есть такой проект Шапета. Интернет-общество в прошлом году его реализовывало. Мы как раз проводили такие семинары по инклюзивности, как те, что вы описывали. Наша задача была привлечь молодежь к решению проблем, связанных с управлением интернетом. Для того, чтобы инклюзивность в экосистеме была наиболее эффективной, нужно реализовать такие проекты, как BPF Gender. Вот какие соображения меня навело последнее выступление. У нас, уважаемые коллеги, есть список ораторов, который сейчас потихонечку заполняется. И мы будем потихонечку вас выдергивать для выступлений. Валентина, прошу вас. Thanks a lot. You have the floor. Okay, one more. Вот здесь у нас цвета, тут голубые, сиреневые, зеленые полосы. А я очень всегда живо реагирую на цветовую гамму.
есть в интернете одна важная вещь. Это свобода эксперимента, возможность познать себя. И вот что такое сексуальность. Это как раз познание себя. А вы знаете, что молодость – это как раз время экспериментов, время гибкости, время текучести. Кто мы такие? Вот вначале мы говорили, вот женщины из глобального юга. Раньше это даже термин такого не было. Но мы смогли предоставить возможность всем элементам этого спектра разнообразия заявить о себе. Потому что интернет – это не только место, где мы сталкиваемся с определенными угрозами, но это и место, где мы получаем удовольствие, познаем себя. Поэтому разнообразие для нас – это ключевое слово, особенно применительно к молодежи и людям среднего возраста. То есть речь идет о всех цветах радуги. Речь идет не о расширении возможностей, а о том, чтобы люди чувствовали, что сила, потенциал в них, что они могут донести свою точку зрения, что к этой точке зрения в порыве солидарности могут присоединиться другие. Thank you very much. Take that relevant remark into consideration so that because Да, это очень неправильные соображения. Время, конечно, неумолимо движется к концу. У нас остается не больше 10 минут. У нас остался, может быть, на троих ораторов. Прошу вас. Добрый день. Меня зовут Николь Питер Паттерсон. Я представляю Карибский регион. Она лидер. Это название нашей организации. Мы занимаемся в рамках международного сообщества вопросами женщин. Сегодня, и даже в течение этих пары дней, мы узнали о многих инициативах, которые используют ИКТ для решения гендерных вопросов. И я вот помню, что Гватемала говорила об инициативе, которую они реализуют в Центральной Америке. Именно этим и мы тоже занимаемся уже 2 года. В так называемый хакатон, марафон для хакеров в Карибском регионе, для девочек. И мы хотели бы обменяться передовой практикой, узнать новое. И на таких мероприятиях я всегда стараюсь чему-то новому научиться. Обращаю ваше внимание на то, что если посредством такой сессии или форума в целом мы могли бы создать платформу взаимодействия по обмену конкретной информации по тем различным инициативам, которые непосредственно реализуются, то тогда установятся конкретные связи. И тогда ЦУР-5 мы достигнем быстрее. А, да, смотрите, как здорово. Значит, называется «передай другому», и тогда у нас все будет функционировать без сучка, без задоринки. Спасибо большое. Себастьян Башоле. Я борец за разнообразие, а все остальное не важно. Я не готовила выступление, но мне есть что сказать в развитии того, что сегодня прозвучало. Да, действительно, этот зал совершенно не соответствует тому, какие цели мы преследуем. Мы выступаем за права детей, женщин, стариков, молодежи. Как этот зал выражает эти идеи? Никак. Поэтому, может быть, нам нужно просто перестать посещать те залы, которые предполагают директивность и лекционный характер нашей работы, а наоборот обеспечить возможность плавного обмена информацией. Да, конечно, можно мечтать, что когда-нибудь все мы окажемся в одном зале. Но для меня весь мир – это и есть один большой зал. А его виртуальная форма – это интернет. И представьте себе, что 6 миллиардов человек имеют доступ к интернету и обеспечить таким образом их участие в общем процессе формирования ценностей. Уверяю вас, непросто. Думать надо по-другому. Нужно нетрадиционные способы решения проблем предлагать. Да, дети важно, молодежь важно, но и старшее поколение, убеленное сединами, это тоже очень важная группа населения. Давайте перестанем
противопоставлять одно другому. Мы, каждый из нас уникален, у каждого свои особенности. И да, в моей деревне, в Бургоне, никакого доступа к интернету нет. А если вы хотите выйти в интернет, то вы садитесь в машину, едете километров за 5, и только тогда ваш телефон начинает ловить сеть. И, между прочим, это не где-то, это в центре Европы. Так что нам нужно искать такие общие решения. С другой стороны, не здесь, не в этом зале эти решения будут рождены, уверяю вас. Спасибо вас. Спасибо вам большое. Да, интересное замечание. Heather Wobbling была у нас в числе ораторов. Но у нее были проблемы как раз со связью. И поэтому у нас немножко освободилось время. А в связи с чем мы с радостью передаем вам слово. Спасибо большое. Адвокат по правам человека, Уганда. У нас есть такая инициатива по защите прав человека. Да, очень легко и просто говорить об участии молодежи в контексте вашего мира. Но ведь есть молодежи, дети, женщины, которые в Сомали, в Мьянме, в Конго, в Йемене, заперты в условиях безвыходных вооруженных конфликтов. Им-то что делать? Какое их место в области управления интернетом? Как эту проблему решать? Давайте использовать интернет-ресурсы для решения вооруженных конфликтов, для того, чтобы вывести на чистую воду людей, совершающих преступления против женщин в таких усилиях. В моей собственной стране, в Уганде, и в других африканских странах есть отдельный налог на пользователей соцсетей. И это фактически большим временем ложится на молодежь и женщин. Да, нужно, конечно, рекомендации, нужно, конечно, коммуницировать, взаимодействовать с представителями государственной власти, которые как раз и налагают на нас эти путы налогов, сборов, и таким образом затыкают нам рот, лишая нас свободы слова, свободы выражения мнений. Я знаю, что когда дают всего несколько минут, такие проблемы решать непросто, но, тем не менее, молчать я не могу. Очень важный вопрос. Не знаю, как у нас обстоит практика относительно решения тех острых проблем, о которых вы сказали, но, конечно, их нельзя замалчивать. Время наше, уважаемые коллеги, истекло. И в связи с чем... Мы буквально последние 4 минуты дадим нашим уважаемым экспертам для того, чтобы они могли сказать пару завершающих слов. Я хочу выразить слова благодарности каждому, кто выступил здесь или в аудитории. Я тут буквально строчила, конспекты вела без остановки. Столько интересных идей, столько тонкостей, которых так не хватает в основном дискурсе при обсуждении этих вопросов. Вот говорили о защите прав детей и женщин. Это, конечно, замечательно, но одновременно не нужно искусственно инфантилизировать эти группы, не нужно их замыкать и ограничивать лишь этой категорией. И сложность, многосоставность этих проблем очень важна. Вот, например, образование. Да, право на образование подготовит молодежь к жизни в цифровую эпоху. Это не только доступ к образованию. Необходимо сделать следующий шаг и поговорить об качестве образования. Вот о чем идет речь. Спасибо. Джон, прошу вас. Я вот что хочу упомянуть. Я вообще никогда не голосовала за консерваторов за всю свою жизнь. И ни при каких условиях, уверяю вас, не буду. Но
наш премьер-министр консерватор, допустил обзор того, что он назвал коммерциализацией и сексуализацией детства. Исследование это провел очень уважаемый специалист Рич Бейли. Если у вас будет возможность познакомиться с ним, погуглите, он очень интересный. Он получил очень хорошие рецензии по всему миру. Он сказал, что один из аспектов, который привнес в мир интернет, это как раз ослабленная самооценка детей, особенно девочек, поскольку в социальных сетях создается совершенно нереалистичный образ, с которым, сравнивая себя, девочка, естественно, чувствует себя недостаточно не соответствующей общепринятым стандартам, которые могут быть такими стандартами, по факту и не являться. В Соединенном Королевстве мы постараемся ограничить доступ к законной порнографии, которая целевой аудитория, которая является взрослое население, как раз этой целевой аудитории, чтобы дети к легальному порноконтенту доступа не имели до того момента, как не пересекут определенных возрастных ограничений. Потому что может случиться так, что ребенок получает доступ к таким элементам видео и информации, или визуальной информации, которая ни в каком варианте не может послужить для его взросления или образования сексуального. Это наоборот, это совершенно извращенное представление о будущем сексуальной, о будущей сексуальной жизни, которая его ожидает. То есть вот эта сексуализация детства – это очень интересная проблема, которую нельзя замалчивать. Спасибо вам большое. У меня два тезиса. Отмечу. 65 миллионов людей в результате изменения климата и военных конфликтов, в частности войны, уже покинули насиженные места. И для многих перемещенных лиц телефон – это главный источник, единственный элемент или предмет, который они смогли сохранить до момента прибытия к месту постоянного проживания. Далее, когда мы говорим вот о многообразии, давайте уже выйдем все-таки за рамки традиционного понятия этого понимания этого концепта. Давайте говорить о многообразии приложений, устройств, концептов. Потому что ведь есть огромное многообразие таких устройств и приложений, которые имеют разную целевую аудиторию, между прочим. И на самом деле, действительно, мы сейчас наблюдаем отсутствие понимания того, что многообразие — это в том числе и многообразие таких приложений, и некоторые из которых становятся доступными изначально не той аудитории, для которой они предназначались. Большое спасибо за вопросы и комментарии в том, что касается нашей динамичной коалиции по правам в интернете и принципам. Вижу, что нам предстоит немало работы. Мы будем продолжать прорабатывать эти темы. И, в частности, будем работать над тем, как защитить права в условиях появления новых технологий. И гендерное равенство, право доступа к интернету, право на недискриминацию в интернете и в плане доступа к интернету. Однозначно это будут вопросы, по которым мы будем работать и дальше. И действительно, наша цель сделать так, чтобы голос всех граждан, которые хотят высказаться по этой теме, был услышан. На самом деле, действительно, вопросов больше, чем ответов. Но я с большим интересом выслушала выступления экспертов и комментарии из зала. И мне кажется, что мы недостаточно говорим об ответственности онлайн. Потому что мы хотим, чтобы женщины и молодежь пришли в интернет. Пытаемся разработать какие-то инструменты для этого. Но при этом начисто забываем об ответственности в интернете. Потому что получается, что все могут все использовать, но при этом не несут никакой ответственности за то, что за те действия, которые они там предпринимают в интернете.
И вот, например, я знаю, что ЮНЕСКО работает очень много по радикализации молодежи в интернете, как бороться с этим явлением. И в нашей стране также эта проблема стоит очень остро. И поэтому нам нужно следить так, что, сделать так, чтобы действительно женщины, молодежь имели, конечно же, доступ к интернету как можно более широкий, но чтобы не было таких вот негативных явлений как в интернете, как радикализация. И здесь как раз очень остро стоит вопрос ответственного использования интернета. Потому что интернет — это инструмент, который может использоваться во благо, а может использоваться и во вред. Вот об этом нам нужно помнить. Большое спасибо. Действительно, вы правы. Мы должны неустанно напоминать об этом. Спасибо. Я разделяю озабоченность коллеги. Мы знаем, что интернет — это очень полезный инструмент для женщин, для молодежи. Но в то же время многочисленные случаи злоупотребления онлайн. Так что да, инклюзивность нужна, но важно также воспитывать, обучать всех пользователей интернета, и молодежь, и женщин, и лиц с ограниченной возможностью, говорить им об их правах, о том, как защитить их права, и следить за тем, чтобы действительно в интернете было как можно меньше нарушений этих прав. Интернет, гендерное равенство, молодежь, инклюзивность интернета. Очень хорошо, на самом деле, что этот вопрос был включен в повестку дня форума. Большое спасибо за это. Спасибо. Мне очень понравилась наша дискуссия. И, как коллеги, в принципе, уже об этом сказали, но все-таки повторюсь. Нам нужно помнить, конечно же, о том, что сохраняются препятствия, к сожалению, к доступу женщин и уязвимых групп к интернету, но много проблем у нас и офлайн, отсутствие доступной среды, например, для инвалидов. Так что тут надо работать по двум этим фронтам, и офлайн, и онлайн. Далее. Для интернет это инструмент обеспечения свободы, который позволяет дать свободу многим уязвимым группам, представителям меньшинств и так далее. Это для них единственная возможность высказать свою точку зрения. Это среда, для многих это единственная среда, где они вообще могут как бы существовать, заявить о себе. И в этой связи общие принципы приобретают еще большее значение. Потому что, ну, когда вы сталкиваетесь с какими-то барьерами или препятствиями, и не имеете доступа к такой технологии, как интернет, вы просто чувствуете себя за бортом. Мир, жизнь, в принципе, проходит как бы просто мимо вас. Так что нам нужно удвоить наши усилия, направленные на создание такой безбарьерной среды для всех и каждого, для всех пользователей интернета. Ольга, прошу вас. Спасибо. У нас у каждого свой взгляд на расширение участия, на то, как подходить к различным группам в интернете. Ну, я уже говорила об этом. Я очень позитивно настроена. Я считаю, что интернет значительно облегчил нашу жизнь. Это великолепный инструмент, приносящий больше свободы в нашу жизнь. Но я повторюсь, наверное, еще раз, если скажу, что нам нужно переходить от слов к делу. Мы в свое время задумались о создании школы. И школа была создана, и мы уже подготовили 3000 фактически преподавателей. И 1000 в дистанционном доступе. И публикацию мы также выпустили. Так что вот мы какие-то конкретные действия уже совершили. И нужно, чтобы таких конкретных практических действий было еще больше. Так что если вы чувствуете, что вы что-то можете сделать на практике, в практическом ключе, делайте это. Спасибо. Спасибо. Да, дискуссия была очень интенсивная, и чем больше мы обсуждаем, тем интереснее становится.
и тем больше желающих выступить, это понятно. Но, к сожалению, времени у нас больше не осталось. Я благодарю вас всех за участие, за ваш интерес. Ну и в заключение, я прошу вас всех посмотреть еще раз на сцену, на наших спикеров, наших экспертов. И на самом деле идея форума какая? Сделать так, чтобы не только эксперты заседали, были на вот этой сцене, но и публика также. Так что я приглашаю вас всех выйти сюда, на сцену, сфотографируемся. Ну и также наших дистанционных модераторов приглашаю сюда. И приношу извинения тем, кто не успел выступить. Так что подходите сюда, на сцену. Подходите сюда. Все. Большое спасибо за ваше выступление, комментарии. Приглашаю вас присоединиться к нашим спикерам. Ну и еще раз приношу прощение тем, кто не успел выступить или кто не смог сделать этого по техническим причинам. Подходите сюда на сцену. Большое спасибо. И помните о том, что вы определяете повестку дня форума по вопросам управления интернетом. И если у вас есть какие-то идеи по формату форума, по повестке дня, вы сможете нам потом озвучить в рамках специальной сессии, которую мы проведем по оценке форума. Давайте подходите сюда. Все на сцену. Для фото. Все улыбаемся. Hey everyone, this is it. Ну вот, прекрасно. Now. IGF, come on. Yay, IGF. Thank you very much. Большое всем спасибо.